мы находимся у такого знаменитого форта номер 5. В Калининграде таких фортов много. In Kaliningrad gibt es viele solche Befestigungen. Вы приехали из Германии. Für die Nachkommen als Mahn und Nachdenken zum Nachdenken zwingt. Dass das erhalten wird. Но мы за то, чтобы все это, эти старые памятники сохранились, чтобы они стояли как напоминание об этом ужасном времени и чтобы это время больше никогда не повторялось. Harmonika, dann mit Tasten, Schifferklavier. Ja, ne. So mit Tasten. Ist Schifferklavier und mit Finger sind Harmonika und dann Schifferklavier. Конечно же, о русской гармонии знают все, весь мир, не только в Германии. И она всем очень нравится. Не спорьте, а мы и не спорим. Лететь самолетом намного быстрей. И все-таки море останется морем. И нам никогда не прожить без морей. И все-таки море останется морем, и нам никогда не прожить без морей. Вот так вот каждый раз приезжаешь в незнакомый город и охватывает какое-то хорошее чувство. Мы вот побывали со своей передачей в самой крайней восточной точке нашей страны, в Находке. А сейчас приехали вот на крайний запад, можно сказать. Это же Калининград. Называют его морскими воротами западными, да? Да. И вот несмотря на то, что мы плывем по такой небольшой реке, как она называется? Приголя. Приголя. Мне кажется, в вашем городе все пропитано Балтикой. Только Балтикой. Потому что не случайно мы такую песню поем про море. Конечно. Здесь много моряков. Вот вы, три борта. Да? Вы в морской форме, да, вы знаете, назовите себя, пожалуйста. А? Петр Михайлович Крючков, капитан третьего ранга, начальник Калининградского базового матросского клуба Балтийского флота. Службу начинал матросом здесь и практически всю службу прослужил именно на Балтике. Балтийский матрос. Мне сказали, что вы еще руководите клубом гармонистов. Да, есть у нас такой. Моряки любят гармонь? Любят. Ну как же без гармонии? Без гармонии вообще не жизнь. Ну, а... Я вас тоже представлю, заслуженный артист Литовской Республики, известный артист здесь, в Калининграде, да и вообще по нашей стране, много бывали за рубежом с ансамблем «Песни и пляски», где вы работали. Иван Сикора, все правильно? Все правильно. Ну, чем, ребята, поскольку вы здесь давно, в Калининграде, чем вам этот город кажется интересным, чем дорог? Вы знаете, самобытный город, интересный город, новый город, можно считать, был разрушен, сейчас заново построен. Вот. Здесь много уже и своих традиций каких-то сложилось хороших. Вот. Люди здесь замечательные, вы знаете, по-моему, изо всех регионов нашей страны самые тут мирно живут люди. Ну и потом мы давно здесь живем, же душой прикипели к нему. Ну, река-то, я смотрю, не очень широкая. Но зато судоходная. Да. А она куда впадает, как?
Калининградский залив, а залив, естественно. И Балтика, да, начинается. Да, начинается здесь. Да. Крайний запад. Еще вот с нами тут матрос не представленный. Как вас зовут? Денис Филатов. Денис Филатов, а вы откуда прибыли? Из Башкирии. Из Башкирии. Да. Значит, я понял так, что здесь соцветия самых разных приезжих людей, да, а значит, фольклорных стилей. Направление. Направление. А вы откуда? Я с Украины. А вы? Я из города Орла. Орловский. Давайте Орловский наигрыш. Ну, мы надеемся, что в этот приезд удастся побывать в самых разных местах, и в селах, и в городах вот Калининградской области. Ну, а главный праздник, знаете, где здесь состоится? Конечно. Где? С ансамблем в театре, да? Будем. Ага, вот да. Так вот. Так... Кстати, театр подарили балтийские моряки городу. О. Майя и Лариса Евсеевы, пожалуйста.
Девочки, вам только один вопрос. Откуда вы родом? Мы вообще обе чувашки. Да, коренные. Здравствуй, милая деревня, дорогое селышко. Здравствуй, поле золотое и на поле солнышко. Агрономы и свинарки, председатели, директоры, инженеры, архитекторы, и шофёры, трактористы, а и, конечно, гармонист. Надо сёла современно строить, радоваться жить, а из обычаев забытых кое-что бы возродить. По старинному жениться, никогда не разводиться, читать, петь частушки и писать, а усилители гитары и продать, раздать все дары, чтоб звучало бы немножко балалайка да гармошка. Чтобы работала сидела и душевно и светло, а и да здравствует деревня, и да здравствует село. И тем более вот вы спели такую уральскую песню, Урал там рядом с Сибирью, мне это тем более приятно, тем более, что снимали передачу на Урале «Играй гармонь», и она звучала там в исполнении уральского хора. А здесь сегодня в такой погожий денек мы вместе с вашими родителями, вот Вячеславом Константиновичем, папой, и мамой Марией Александровной, мы имеем вот такую уникальную возможность повстречаться в семье вашей, в семье Евсеевых, и поговорить о том, о сём, посидеть, как говорят, редком, поговорить лотком. Вы здесь давно уже, в этих местах? 69-го года. А сами приехали из Чувашии? Из Чувашии, да. У меня, я вот сейчас вот вдруг с удивлением узнаю, что ваши ни Майя, ни Лариса не поют чувашских народных песен. И как-то это удивило, там как же родители. Вот вы можете спеть хотя бы куплетик чувашский? Вдвоем. Чечки да дала я храм, отошла яхия, мекла яхия, отошла яхия, мекла яхия, пинжень полосан, отошла яхия, мекла дала я храм. Спасибо большое. Я считаю, это замечательная, мелодичная, красивая, интересная. А в чем все-таки причина? Почему вы чувашскую песню вообще не знаете? Как так вот получилось? Я училась в техникуме, мне сразу с чувашского языка перешла я на русский язык. Мне было очень тяжело. 700 там человек было, и я одна чувашка. Я стеснялась, была маленькая такая, худенькая девчонка. Ну и вот, и себе зарок дала, что я, если дети будут, я не дам этого языка, чтобы они не знали. А почему здесь? А сейчас жалею, что не дала. Да, я вот обратил внимание, здесь весь фольклор в каком-то уже немножко таком уродливом постает варианте. То есть потерялась какая-то его первооснова. Вот очень много встречаешь самых разных наигрышей отовсюду или песен.
А, собственно, своего-то калининградского какого-то фольклора не формируется. Ну, видимо, это естественно, за такой короткий срок, как город и эта область возникли. Видимо, не может. Все-таки это веками создается, вот эти все традиции. А что вами движет? Вот, живя здесь, в Калининграде, казалось бы, таком не фольклорном, что ли, месте, что вас заставляет вот, искать эти песни, наигрыши? Почему вы полюбили это? Трудно сказать сразу. Вы знаете, вот обидно, что уходит. Будет очень плохо, если вот это все уйдет. А тем более вот у нас нету определенного своего вот стиля, вот этого, да. Присущего. Ну вот спойте, пожалуйста, да, что-нибудь такое, что не ваше, но где-то вы вот услышали или обработали какую-нибудь песню, может быть, или... Как летела пова через три поля, уронила пова, скрыла перышку, мне не жалко повы, жалко перышку, мне это баллада. Я вообще очень люблю песни. А из каких она? Сюжетные. Есть? Ставропольского края. Казачья. Я вообще очень люблю казачий фольклор. Я тоже. Скошенная трава. Зашлись, я косила. Это кто эту траву косила? Это я. А? Я косила. Это мама покосила. Это мама, а вы не умеете? Она косит. Мы умеем вообще-то. Да? У нас корова раньше была. А что вы еще умеете по сельскому хозяйству, если так вы будете соваться? Да почти все. Помнишь, мама моя, как девчонку чужую я привел к тебе в дом и тебя не спросил. Взглянула ты на жену молодую и заплакала вдруг, нас поздравить забыл, нас поздравить забыл. Ее забыть теплом и заботой, не тебя, а ее я хозяйкою звал. Я ее целовал, ходя на работу, а тебя, как всегда, целовать забывал, целовать забывал. Вот как раз сестры Евсеевы привели свою смену. Как тебя зовут? Валя. А фамилия? Ермаченкова. А тебя? Лена. А фамилия? Стрельникова. Очень приятно. А тебя как зовут? Сережа. Ты не женатый еще? Мы пропели вам песочки с темой «До свидания». Мы на...
Назовите себя, пожалуйста. Михаил Крепешков. Ким? Дом культуры профтехобразования, концертмейстер. На баяне, да, играете? И саратовскую освоили. А вы? Я работаю в этом же Доме культуры. Алексей Гостев. Тоже баянист. С Белоруссии. Живу и работаю в колхозе Кирово-Полесского района. Березняцкий Дмитрий Кузьмич. На чем лучше вообще работать? На тракторе или на гармонии? Вот? Да и на том нелегко, и на этом нелегко. Ну а все-таки легче-то на чем? Ну на гармошке, конечно, здесь веселее. Он научился трактористу, но и что за интерес? Железяку на плечаку, дай побегу он таяс. Пришел я с работы, да помыл я ручки, а пришла милая моя, не принесла получки. Мешальников Валерий Петрович, колхоз «Заря», Полесский район. Работаю механизатором, сам родился в Костроме. Я поссорился с женой, думал расходиться, только с тещей дорогой мне не распроститься, ведь теща моя ласковая, теща моя, заботливая, ух, молодая, озорная, поворотливая, молодая, озорная, поворотливая. Да знакомые с женой в гости приглашают, не идет она со мной, тещу отправляет, ведь теща моя, ласковая, теща моя, заботливая, эх, молодая, озорная, поворотливая, молодая, озорная, поворотливая. Жить с женой такая грусть, есть проблемы проще. Я с женою разведусь, а женюсь на теще, ведь теща моя ласковая, теща моя заботливая, эх, молодая, озорная, поворотливая, молодая, озорная, поворотливая. А я вот стоял, слушал эту песню, думаю, наверное, лжет принародно про тещу. На самом-то деле она какая, а? Хорошая теща. Хорошая, товарищи. Вот как вы думаете, может человек, или, скажем, гармонист, жить без корней? Ну, без корней музыкальных. Вот товарищ сыграл воронежскую матаню. Кто-то там сыграл украинскую, кто-то белорусскую. Вот как вы считаете вот про эти корни? Вот что бы вы могли сказать? Эти корни глубоко в человеке, кажется, конечно, не каждого. И без этого, у кого есть, то есть в духовность себе, в слух, музыка, он всегда существует в себе живым, всегда живым. Ну вот я так считаю. То есть они нужны? Нужны, обязательно. А в чем они выражаются, скажем, у музыканта? Ну как вам сказать? Выражается
Ну, во всем стиле. Ну, как вам это еще выразить? Поведение, наверное, а? Поведение, культура и так далее. Имя ваше, да? А, Василий Алексеевич. Фамилия? Новиков. Вы тоже шофер, да? Шофер, водитель, да. Работаю с 57-го года, 33 года. Да. И куда уходят ваши корешки? Корешки? Ярославская. Ярослав, понятно. Михаил Ефимович, вы, значит, приехали-то откуда? С Германии, демобилизовался когда. Нас 18 человек тут оставили. Сюда? Да, приехали. В Черняховск. Ну и привезли сюда свои песни, наигрыши, игры эти. Нет, все. Это уже после. Не с Германии вы привезли Нет. сюда? Нет. А, наверное, потом... от своего дома? Да, с Урала уже. Я ж потом отсюда уехал туда. У меня уже четверо детей было. А сами родились-то где? Родился в Кировской. Значит, Вятский. Вятский. Так, значит, Вятскую прохожую знаете? Знаю. И можете сыграть? Конечно. А, ну-ка. Писали, приплясывали. А как она поется там? Ёлки-долгие, ёлки-долгие, тоненькие вершиночки. На полянке девки пляшут, скрипают ботиночки. Мне вот понравилось это выражение. Скрипают ботиночки. Mm-hmm. Значит, не просто скрипят, а это, видимо, уже по-вятски. Скрипают, да. Так, ребятки, и жили долго или потом переехали? Поразъехались и переехали в Пермскую область. Там и жили. Вот. Есть, можно сказать, что вы такой, знаете, вятский пермяк. Смесь. Смесь. И можете также что-то и пермское такое. Могу. А ну-ка, чем они отличаются от вятского? Есть какой-нибудь в наигрыше разница? Есть. А как? Как пермские называются? Малинавны или нывкапет. Ну, девушка, выйди. Или малинавна, значит, ну, это какое-то такое вот, вы понимаете, ну, малина, есть малина, голос это малина, малиновый голос вот такой вот. В переводе на наш. В переводе, да. Не расстанусь сейчас с тобой, говорит, мой голубоглазый. Места довольно красивые, вот так посмотришь. Ой, а вот здесь мы и рыбалим ведь. Вот тут и рыбу ловим. А что там ловит? Вот лещ ловится, лень есть, плотва есть, гусчара есть. А вот там краснеются крыши, это, видимо, все такие немецкие, да? Это немецкие еще, да. Это немецкие. Это уже там... называется, хутора или... А это придорожное там, поселок Придорожное. Ну, там 4 домика вроде бы. Это уже частные квартиры там, свои уже, выкупленные. Михаил Ефимович, ну вот, вы уже человек, как говорится, не юный. Вот кто же вот эту пермяцкую сыграет? Кто сыграет эту прохожую, скажем, ну, пройдет 10, 15, 20 лет? Вот как это будет, на ваш взгляд? Вы кого-нибудь можете научить? Или вот так вот и вы, как говорится, уйдете, и это все не будет играть? Нет, ко мне 2 парнишка ходят, я их учу. Ну, они хоть немножко схватывают? Собирается, уже схватывает. Понятно. Ну, вот здесь получается таким образом, что вы как бы все-таки одинокий такой вот пермяк, такой вот вятич, потому что все приезжие в этих краях.
А вы знаете... Есть какой-нибудь, как бы его назвать, дискомфорт от этого, неудобства, от того, что народ разрознен, вот так, музыкально? Вы знаете что, вот надо в первую очередь быть самому, душевным человеком быть. Ну, поскольку если сам душевный человек, и тебе тоже ведь с душой каждый будет там тащиться. Вот раньше мы вот так у каждого почти свой дом был, ухват повесил, по первой двери поставил и пошел. На сутки, на двое пошел. Соседке сказал, корову да лошадь там напой, накорми. Никто от не придет, ничего. А сейчас не знаешь, от чего и закрываться. Ну, в этих городах живут, на лестничной клетке друг друга не знает. Ну разве это жизнь, Господи? Это нет. Это вот мне не нравится. Надо с душой открытой быть. Гостеприимным человеку нужно быть. Такую тяжелую палку. А почему тебе не тяжело? А? Она легкая? А тебя музыка поднимает? Она тебе силу дает, музыка сама? Не дает? Дает. Вот видишь, говорит, дает силу музыка. То есть, когда без песни тяжело держать, да? А с песней легче, да? А что такое русские народные песни? Это когда человек громко поет. А ты вот какую-нибудь народную песню можешь назвать? Какую бабушка поет? Лебеди-ребедушки. Да? Вот, а вот такую, как в ополе березка стояла, знаю. Тоже знаешь. Подруга Таня, уходи в Россию. Здесь народу очень много, ты меня не подводи.
Меня зовут Васька, Сашкин сын. По паспорту Михалин. Значит, Василий Александрович. Точно. Михалин выступает. А кто вы по профессии? То же самое. Начальник куда пошлют, а скорее всего скотник колхоза Курлейна Гусьского района. Так. Добрый день. Не ждали, наверное, с гармошкой никого. Да, скажем, председатель приехал и гармониста привез. Конечно, сейчас немножко не до песен, я понимаю, когда работа идет. Ничего, поди, 5-10 минут-то. Ну, давайте тогда, раз белорусы, так уж покажите что-нибудь на этом поле. Тем более, вон аисты ходят здесь. А что они здесь делают вообще? Они кормятся. Вот поле скошено, им сейчас хорошо лягушку поймать. На скошенном поле. Он сыграет, я под бубню. Под бубню. Значит, на бубне, да? Да. Нет, погодите, сейчас он уже под бубнит, получается. Ну, теперь получается, что он. Ну, мы поменяем. Ну-ка, подбубните. Посмотрим, как председатель подбубнит. Ну, получится, как получится, да, Сергей Иванович? Написано там какие-то слова. А здесь написано. Играй гармония. Что-то... Играй гармонь. Ой-ой-ой. Привет за Волокиным братьям. Это мы готовились, когда они первый раз к нам приезжали. Я понял. Это, вот причем даже с ошибкой. У меня за Волокин, так здесь за Волокин. Ну, поскольку Послушайте, поскольку в делах завал, так это как раз хорошо подходит, да? Нет, у нас завал не совсем. Не совсем? Не совсем завал. Так здорово у вас. Ну, может быть, не у первых, но и не у последних. В серединке где-то. Слава Богу. А теперь наоборот, подбубнить, если... Ага, это можно, это можно. Потому что председатель подбубнил, теперь должен механизатор подбубнить. Но я смотрю, механизатор сегодня что-то нарядный. В отпуске. А, в отпуске, Сергей Иванович, ему хорошо. Это сегодня необычный день. Потому что дождик, потому что пошел. Необычный день. Ну все, значит, подбубнит сейчас Емельяненко механизатор, Сергей Иванович. А Василий Николаевич, оперовец, играет на гармонии. Слушай. Что в Беларуси у вас бубен инструмент очень популярный, да? Если бубна нет, никакая гулянка не состоится. Все. Вот самый настоящий гулянка. Ведущий инструмент это бубен. Ни аккордеон, ни гармошка, ни баян ничего не сможет сделать, если отсутствует бубен. Вы там досаду, значит, это обещали сыграть, да?
Что такое досада? Это такой танец, под который девчата танцевали и всю вот свою собравшуюся печаль в частушках отображали. Вот это. Ну вот, бывает же, там какой-то девушке в любви там не повезло, парень там это тоже вот что-то там. Не ладится. Да, не ладится. И вот она эту всю свою печаль в частушках выражала. Только под этот танец. Только под это. Поэтому этот танец называется досада. Ну-ка, какая она, эта досада? Ну, эта досада можно даже с сегодняшним дождем сравнить, да? Вот, допустим, если сено уже подмокло, немножко досада. Досадно. Вот мы и сыграем эту досаду по поводу сегодняшнего дня. Сергей Иванович, спеть надо, а? А то вы сами говорите, что все в досаде должно быть, это со словами. Я уже забыл. Ну, маленько-то спойте. Эх, вот допустим, давайте сейчас частушку зачиним, как вот сено подмокло. Эх, досада, вот я вам начну. Сено мочит, ох, милашка, глаз... Да, а милашка милого видеть хочет. Видеть хочет. Вот так, так это и получается. Ну, вас уже зачинили. Уже, да. Начинал Федор Иванович. Федор Иванович, сколько вам годков, если не секрет? Так, товарищи, с 86. 5-го года рождения. Порохин Алексей Иванович. Танец «Подоспань». А вот вы руку потеряли где, если не секрет? Я был, ну как сказать, пастухом, так, ну вот пас коров, и это было, ну как, а я забыл. В каком году забыли, да? В каком году? В 55-м. Вот, ну я пас, значит, и, ну как, там же эти валялись, ну это, вот, ну я хотел... Ее поднять и... Мины, ну... Мины? Да. Так это еще от войны осталось? Да. Ох, значит, вам как не повезло. Она вас догнала, война. Видимо, вы не воевали сами-то. Да вот, а нет. А война-то вас тут догнала, нашла. Ну, я только поднял, и тут сразу на меня раз в руке и разорвалась. Вот так. Ну, мне там... Вот. А вы до этого на гармонии играли, да? Играли, да. С детства играл. Наверное, сразу на душе это стало. Да, я потом, когда попал туда, в больницу, и как мне это
ампутировали, но уже стали швы снимать там, так, я как глянул, все, думаю, отыграл. Ну, все-таки потом поджила немножко, я чуть по чуть и сразу потом и стал играть. Владимир Иванович, что поразительно, что при этом игра у вас не просто, как какая-то такая прямолинейная, а она еще у вас и с какими-то фокусами, выдумкой какой-то, и еще, по-моему, в ней какой-то колорит. Вот вы из Брянщины, да. Еще сохраняется такой свой колорит, который в юности, видимо, да? Конечно. Вы сыграете вот эту вот лирическую-то цыганочку, что ли, она называется? Харьковской области Богодухівського района, красивое село Бабенки. И фамилия моя Бабенко Михаил Алексеевич. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, что это за наигрыш? Чей? Это я с Калининской, бывшей сейчас Тверь. Сейчас Тверь, да. Есть такая Удомля, город. Вот оттуда я, моя родина. Так там пели, да? Там пели всегда, когда начинался праздник. Вот так, да? Да. Спасибо вам. Одну минуточку, как вас зовут?
Левицкая Надежда Николаевна. Очень приятно. Николай Матвиенко, город Гурьевск. Кем работаете? Работаю в кооператив «Строймонтаж», трактористом. Какая прозвучит песня в вашем исполнении? В моем исполнении прозвучит афганская песня. А вы сами имеете какое-то отношение к Афганистану? Да, я служил в городе Джалалабаде. Одна на вокзале по ухам сказала: как не стыдно, сынок, свою жизнь начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил и похвалишься людям, сам такой молодой, только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга, там на папкины деньги гулял, веселился безумно. Ты сними, не позор, не позор фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки, милый? Что ответить старушке седой, не обидеть бы старость? А слова оправданиями лезут, будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не пачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы смог рассказать ей, как плакали горы, как снега вдруг растали от яркой рябиновой крови, и как горные реки попили последние крики, и как небо швыряло на землю горящие миги. А еще расскажу, как вливается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не судишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. Мне старушка одна на вокзале охом сказала: как не стыдно, сынок, свою жизнь начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил и похвалишься людям, сам такой молодой, только совести грамма не будет. Приехал я полтора года назад с Гомельской области, с Белоруссии. Это где Чернобыль, да? Да, это 100 километров от атомной станции. Значит, надо полагать, что причина основная от Чернобыля, да? Ну, в основном, да, из-за радиации. Вы играете на гармонии, несмотря ни на что. Спойте что-нибудь белорусское, если можно. Можно, конечно. Я спою белорусскую песню «Тече вода в ярок». Тяче вода в ярок, кладочку занесло. Кладочка тоненька, вода холодненька, а я молоденька. В очі моє черний, чого ви косите?
Бо яго тут нема, бо яго тут нема, кого вы любите. Знаете, Коля, мне сказали, что вы можете петь очень много песен, вот и в любой компании, везде. Даже сказали, что что-то из репертуара Малинина, да? Да, я могу спеть песню «Поручик Голицын». Мелькают арбатом знакомые лица, хмельные цыганки заходят в дома. Подайте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Оболенский, налейте вина. Коля, ну что с нами будет? Как вы думаете, какие песни мы будем петь через 10 лет? Ну, я хочу сказать, что в первую очередь возвратится гармонь. На село, в города, в первую очередь придет гармонь. Потому что этот инструмент, он незабываемый, насколько я считаю. Ну, возвратиться, мне кажется, ну... Вернется к нам доброта и нежность. Ну, доброта у нас есть и нежность. Она у нас не пропадала. Скажем так, будем мы людьми когда-нибудь или нет? Будем. Я считаю, что будем мы людьми. Ах, русское солнце, великое солнце, корабль император застыл, как стрела. Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем вам, поручик, чужая земля? Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем вам, поручик, чужая земля? Годы молодые, и танцплощадку в ярких огоньках, где на плечо мое легла впервые твоя такая легкая рука. И началась история простая, и мы с тобой дыхание затая, до самого конца перелистали всю повесть под названием «Ты и я».
площадках, в парке, в старом ярких огоньках. И звучит на всю округу музыка, только слышим мы, танцуя, лишь мелодию простую. Ты и я, ты и я. Пошел, оп! Танцевать не можете? По-моему, ребят, под Геннадия Троилина мертвый затанцует, а? Здесь вас в Бережках, вот я впервые, так мне сказали, Геннадий, у вас и кочегар, и этот самый, как, который метет в клубе еще иногда, уборщик, говорит, и этот... И плотник, и столяр. Правда? Все. Мастер, и даже руки. Сам камин ложит себе. Серьезно? Да. Вот. Сказали еще при этом и методист по народному творчеству. Да. То есть, ну, да, во всяком случае, без него вы представляете себе какое-нибудь выступление, там, не нет, знаю, нет, агитбригады нет. Или. Нет, ни да? в коем случае. Значит, он своего рода огонь. Стержень у нас, агитбригада. Геннадий, ну, а вы как относитесь к популярности к своей? Ну, как живем. Нравится людям, значит, будем жить. Стакан захватили? Да. Дайте, пожалуйста, где? Это был там. Вот. Итак, песенка «Солнышко». Солнце брызнет яркий луч, вдруг коснется твоих глаз. Посмотри скорее вокруг, улыбнись мне хоть раз. Прогони свою тоску. Вернется к нам доброта и нежность. Ну, доброта у нас есть и нежность. Она у нас не пропадала. Скажем так, будем мы людьми когда-нибудь или нет? Будем. Я считаю, что будем мы людьми. Ах, русское солнце, великое солнце, корабль император застыл, как стрела. Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем вам, поручик, чужая земля? Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем вам, поручик, чужая земля? Годы молодые, и танцплощадку в ярких огоньках, где на плечо мое легла впервые твоя такая легкая рука. И началась история простая, и мы с тобой дыхание затая, до самого конца перелистали всю повесть под названием «Ты и я».
Танцплощадка в парке старом ярких огоньках. И звучит на всю округу музыка. Только слышим мы, танцуя, лишь мелодию простую. Ты и я, ты и я. Пошел, оп! Танцевать не можете? По-моему, ребят, под Геннадия Троилина мертвый затанцует, а? Здесь вас в Бережках, вот я впервые, так мне сказали, Геннадий, у вас и кочегар, и этот самый, как, который метет в клубе еще иногда, уборщик, говорит, и этот... И плотник, и столер, правда? Все. Мастер, и даже руки. Сам камин ложит себе. Серьезно? Да. Вот. Сказали еще при этом и методист по народному творчеству. Да. То есть, ну, да, во всяком случае, без него вы представляете себе какое-нибудь выступление, там, агитбригады или. Нет, ни да? в коем случае. Значит, он своего рода огонь. Стержень у нас, агитбригады. Геннадий, ну а вы как относитесь к популярности к своей? Ну как, живем. Нравится людям, значит, будем жить. Стакан захватили? Да. Дайте, пожалуйста, где. Это был там. Вот. Итак, песенка «Солнышко». Солнце брызнет яркий луч, вдруг коснется твоих глаз. Посмотри скорее вокруг, улыбнись мне хоть раз. Прогони свою тоску, прогони ее домой. Можем мы хоть иногда посмеяться над собой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Посмеяться над собой. Шиша Шимлидера, ай Шимлидера, Шиша Шимлидера, ай Шимлирудыхя, Шиша Шимлидера, ай Шимлирудыхя. Прекрасно. А как это перевести? Речь идет о коне, о любимом коне, видимо, хозяина, который его пожалел и просит, чтобы он отдохнул. Об этом идет это речь. Понятно, да. Понятно. То есть жалеет животное. А потом этот припев Шимера, это про коня, сер именно, серко. Ну, мы сегодня, у меня очень приятная встреча, потому что мы встречаемся с обществом немецкой культуры. Кто у нас тут командует этим обществом в Калининграде? Гофман Виктор Яковлевич. То есть вы? Да, то есть я. Ну и большая у вас команда? Ну, на сегодняшний день где-то 400 человек. Вот так. Ну и все-таки какая культура вам ближе, немецкая или русская? Ну уж так исторически сложилось, что русской культуре нас обучали всю жизнь, мою, во всяком случае, всех, наверное, присутствующих. А к немецкой культуре мы подошли вот последние 2 года. То есть когда мы должны были прочувствовать и вспомнить о том, что мы немцы все-таки, и это очень богатая этническая культура, и вот мы сейчас пытаемся как-то вернуться. То есть ваша русская душа немца раскрылась навстречу немецкой подлинной душе, да? Совершенно точно. Прекрасно, наконец-то это наступило. Как вас зовут? Христиан. Или Христиан Леонтьевич. А кем вы работаете? Я уже пенсионер, работал электриком. Раньше в шахте работал, шахтер. Сыграйте, пожалуйста. Спасибо. Вот если бы такую полечку заиграли в Германии, вас бы поняли? Поняли, наверное. Конечно, это хопса-полька называется. Виктор Яковлевич, ну еще какую-нибудь можно песню вас попросить исполнить? А вот как раз в связи с тем, что немцы потребляли больше русской культуры, и когда язык потерпел некоторые изменения, и вошли русские слова в немецкий язык, появились такие шуточные песни, я сейчас попытаюсь что-то вспомнить. Где бытуют и русские слова. Да, простите, вот единственное, мне хотелось бы тоже и с вами познакомиться. Володя. Если по-немецки, это как? Вальдемар, значит. Вальдемар, да? Вы, говорят, рассказываете анекдоты. Да.
Ну, хотя бы два слова, как это звучит, начинается, как анекдот по-немецки? Фергонтельсой доктор, вот кагайрат. Ух ты, а как это по-нашему? Это речь идет о том, что одного из представителей немецкой национальности дочь вышла замуж. Да. И об этом, видимо, анекдот. Я его слышу, поэтому могу передать. Про мокрое полотенце, я тоже знаю. В нашей книжке сибирских по бассейнах есть такой анекдот, что надо вставать раньше, тогда полотенце будет сухим. Кстати, они сибиряки, наверное, это перешло одно к другим. Вы сибиряк? Да, я с Алтая. Значит, алтайский немец. Ну хорошо, обещано. Ну давайте уже до конца познакомимся. Я секретарь общества немецкой культуры. Имя? Людмила. А я член общества Федор Ульрих. В обществе уже целый год почти. Очень приятно. Пожалуйста, слушаем наконец песню. Так вот где там с русскими проскакивают русские слова, значит. Ich habe ein Stiefel, oho. Lächer sind drin, хорошо. Ein Mädchen zu Liebe, so muss ich mich schäme, ach ho, ach хорошо. Ein Mädchen zu Liebe, so muss ich mich schäme, ach ho, ach хорошо. Спасибо. А как вы относитесь к игре чисто русских гармонистов? Такой чистой игре, скажем, национально-русской. Очень люблю. Очень люблю чисто русскую игру и воспитан на ней, честно говоря. У нас, еще одним членом общества немецкой культуры является Иван Степанович Гайдук. Он белорус, насколько я знаю, да? Иван Степанович, где ваша гармония? Вот она. Ну-ка, пожалуйста. Что-нибудь нам... Ну, не обязательно белорусское, потому что белорусского звучало уже в нашей передаче очень много. Ну, что хотите, пожалуйста. Спасибо, друзья. До новых встреч. Закончились наши калининградские встречи, и мы прощаемся с вашим городом. Но хочется верить, что еще удастся сюда приехать, повстречаться с такими замечательными людьми. И хочется пожелать всем им самых добрых успехов и творческих, и житейских. Мы тоже надеемся, что наша встреча не последняя. А сейчас песня. Смотришь печально, ты смотришь с укором. Легко ли расставаться, всем сердцем любя, любя. И все-таки море останется морем, и чем-то похоже оно на тебя. И все-таки море останется морем, и чем-то похоже оно на тебя.